Всем привет! Вы на канале Виталий Плейс, и в этом видео я покажу вам, как получить бесплатный постоянный скин на сковородку, а также 5 премиум ящиков. Поехали! Я думаю, есть очень много игроков, которые уже забрали данный скин, но есть еще больше игроков, которые даже не знали, что можно в игре получить бесплатный скин. Находится он в достижениях, оружие выбираем вкладочку и мастер ближнего боя. Мастер ближнего боя нажимаем, и как мы видим, можно убить, вернее нужно убить 100 человек холодным оружием, чтобы забрать скин. Так было и раньше, но сейчас разрабы добавили нам функцию, что если мы убьем 200 человек, мы получим еще 5 премиум ящиков. Такого раньше не было, так что кто забрал уже свой скин, может забрать еще 5 премиум ящиков. И в этом видео я покажу вам самый простой способ, как приманивать к себе ботов на Северной Америке. Вы должны, естественно, включить Северную Америку, чтобы вас не разваливали настоящие люди. Но, короче, по ходу видео я вам все покажу. А пока у нас идет загрузка, я хотел бы порекомендовать вам канал парня, который разваливает по 18, 17, 16, 20, 27, 20, 10... Короче, много человек он разваливает в соло против сквадов. Канал называется Каталан. Ссылочка будет в описании. И если вам понравится, обязательно подпишитесь и поставьте ему лайк. Ну а мы продолжаем. Оказываемся мы на стартовом острове. Смотрим, куда будет лететь самолет. Выбираем наилучшее место для приземления. В моем случае это Новорепное. Приземляемся. Советую вам приземляться лучше, чем я. И естественно, в первую очередь нам нужно зачистить Новорепное от настоящих игроков. И по ходу видео этого я покажу вам, как отличить настоящего игрока от бота. И естественно, нам нужно найти холодное оружие. Будет это сковородка, мачете, либо же монтировка, не имеет значения. Ну вот, человек развалил бота, я развалил человека. И мне повезло в том плане, что мне больше не нужно искать сковородку, потому что мне ее уже, так сказать, принесли. Все, что нам теперь остается, это заманивать ботов к себе. А как это делать? А делать это очень-очень просто. Нам всего лишь нужно имитировать бой. Да, мы достаем автомат и начинаем стрелять налево, направо, направо, налево. Если есть гранаты, бросаем еще и гранаты. Но будьте осторожны, потому что на ваши выстрелы могут прийти и настоящие люди, которые играют на североамериканском сервере. Вот как в данном случае, я стрелял, слушал, думаю, сейчас подбежит ко мне бот. Вижу, в здании кто-то находится, и я почему-то я подумал, что это настоящий игрок, и от греха подальше решил я его вальнуть. Но когда я бежал его лутать, случилась вот эта ситуация. Я бежал, и слышу выстрел в спину. И естественно, я понимаю, что на таком расстоянии бот вряд ли будет стрелять. Я понял, что это настоящий игрок, потому что боты стреляют, не стреляют, вернее, на таком расстоянии. И вот обратите внимание на скины на оружие, видите? Но все-таки я захотел развалить его сковородкой. И учитывая то, что здесь такой пинг, не знаю, возможно, ему не повезло, возможно, мне просто повезло. Но мне реально повезло то, что он меня не развалил с автомата, и я вышел победителем. Поэтому всегда обращайте внимание на скины. На скины оружия, потому что у ботов нету скинов на оружие. Также по звуку, боты двигаются по-другому, они звучат по-другому. Ну и естественно, одежда. После того, как вы заманиваете ботов в одном месте, разваливаете их сковородкой, естественно, все, что вам нужно сделать, это переезжать в другое место. Как вот, например, здесь я переехал, хотел поехать сразу на Сосновку, остановился здесь, думаю, постреляю, побросаю гранаты. И тем самым выманиваю ботов на себя. Они думают, что здесь идет бой, и естественно бегут на выстрелы. Но опять же таки, будьте осторожны, чтобы сюда не прибежали настоящие соперники и не развалили вас. Ботов очень легко услышать, вернее распознать по звуку шагов и по выстрелам. Ну вот, ну здесь это типичный бот. Все, что остается сделать, развалить его сковородкой. Иногда у вас будет получаться это с первого раза. Иногда с 10-го, потому что здесь пинг у каждого может быть разный. У меня вон 190 пинг бывал. Поэтому вот и вся стратегия. Теперь с этого места вам нужно переместиться, ну вот, например, в Сосновку. Вы же, в свою очередь, можете перемещаться в любое поселение для того, чтобы заманивать как можно больше ботов. Но будьте всегда начеку, потому что не всегда, где есть боты, нету других людей. Также могут присутствовать вот такие вот змеи, крысы.
которые смогут вас развалить. Поэтому я советую закатку заходить и убивать, ну, примерно 5 ботов, а потом просто взрываться и выходить, чтобы или же чтобы вас развалили, но матч обязательно должен быть окончен для того, чтобы вам засчитался данный ачивмент и вы получили свой скин на сковородку, либо же 5 купонов премиум ящика, если скин у вас уже есть. В заключение хочу сказать, распознавайте ботов по шагам, вот по выстрелам таким, а также по скинам на оружие, смотрите за скинами, потому что у них их просто нету. И опять-таки, все, что вам нужно делать, это ездить с поселения в поселение, делать выстрелы, боты сбегаются на вас, вы разваливаете ботов, но будьте аккуратны, потому что вот могут быть настоящие люди, и настоящие люди смогут вас убить. Но все-таки, я думаю, потратив 10 минут времени в день, вы сможете развалить как минимум 5 ботов и стать на шаг ближе к цели, к скину на сковородку и к 5 премиум ящикам. Я думаю, что по ходу этого видео вы уже поняли, как отличить бота от настоящего человека, хотя есть такие люди, которые играют как боты, но это не столь важно. Главное убивать их холодным оружием, это сковородка, монтировка, мачете. Все, сковородка, монтировка, мачете, 10 минут в день и, ну я думаю, за неделю, даже быстрее, вы заберете и свой скин, и свои премиум ящики. Но а как заканчивать матч, выбирайте уже сами. Либо вы взрываетесь, либо вас убивают, либо вы берете топ-1. Кому интересно, как закончил данный матч я, смотрите после завершения. Я оставлю полный геймплей. Вот сейчас я выйду в менюшку и покажу вам то, что реально ачивмент засчитался. То, что я убил 7 человек сковородкой. И у меня уже не 70, как было в начале, а 77. Ну и после этого будет полный геймплей моей игры. Так что напишите сразу вот в комментах, несмотря видео, какое место я занял и сколько человек я убил. У меня на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и вы заберете свой скин, свои ящики. Не забывайте подписываться на канал и нажимать в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов. Всем пока! А тем, кто остался и смотрит видео до конца, я хотел бы сказать отдельное спасибо за то, что вы смотрите видео до конца. Понятно, что это Северная Америка, что здесь боты, но все равно здесь будут и прикольные киллы. И я постарался сделать видео максимально интересным. Я помонтировал, где-то ускорил, где-то обрезал. Поэтому еще раз спасибо за то, что досматриваете видео до конца.